В нашем институте работает Центр профессионального развития и мастерства, который финансируется, действие которого финансируется Британским советом. Согласно этому договору, в 7 вузах нашей республики проводятся семинары, которые организовывает Британский совет. На эти семинары, у нас это уже 3 семинар, в прошлом октябре мы проводили семинар, к нам приезжала из Сингапура Тара Митчелл, участник работы семинара. Сегодняшний семинар будет посвящен конкретно коммерциализации научных проектов. Разрешите представить наших гостей, наших консультантов. Доктор Бруно Рейнерс и консультант Ева Балтар. Это все сотрудники, представители Оксфордского университета. У вас, наверное, есть, занимается конкретно трансфертом технологий, коммерциализацией результатов научно-исследовательской деятельности, защитой интеллектуальной собственности. То есть семинар у нас сегодня специализированный в английском языке, но частично будет перевод. Во-первых, у нас будет в буфете, собственно, потом у вас будет время для раздумий. Это с 12 до 13 минут. Я думаю, вам только что сказали о сегодняшнем расписании. Yes. Is that correct? Yes. Yes. Hello, everybody. Good morning. Thank you for being here. It's a pleasure to be here today with you. Здравствуйте, мне очень приятно сегодня быть здесь. За это время я работала над разными проектами по всему миру, помогая университетам и другим учебным заведениям. И у них проходили такие же семинары, как у вас сегодня. I studied business administration. Я изучала бизнес администрирование. И у меня исследование. Experience is in this particular area. То есть почти весь мой профессиональный опыт в этой сфере. Before working at ISIS, I was in the private sector. But I also worked for almost 7 years in 2 different research centers in Spain. Но я также почти 7 лет работала в разных исследовательских институтах в Испании. Mainly helping researchers create companies based on разработок. Спасибо. Спасибо. My name is Bruno Reynolds. Background is in life sciences. My professional образование в биологии. Yeah. So I did a degree in biomedical sciences, and then a master's in neuroscience, and a PhD in developmental biology. Получила образование в сфере биологии и нейробиологии, PhD в сфере нейробиологии. And then, so after 10 years of working as a scientist, I quit the laboratory and started working in what we call technology transfer. I moved to Portugal and lived there for 5 years, where I did an MBA. And 2.5 years ago, I returned to Oxford. So we work at Oxford University. So there are a few points in learning how to work with a very conservative university structure. This chart here shows you, it's a little bit dated, but this shows you here where our research funding, because everybody that gives you money does so with a contract which may or may not make claims on the use of the intellectual property. The chart on the right tells you in which research area the money is being spent. Significant amounts in social sciences and humanities. So you probably can't see that from there, but the humanities has got 13 million and the medical sciences has got 305 million. Компания ISIS But because we are a company, we can commercialize the outputs of the science for a profit, and which is our mission. We're a for-profit organization. But I think what I want to say on this slide is that ISIS only helps researchers who want to commercialize their research.
Подобный семинар мы уже проводили в октябре. К нам приезжал представитель Британского совета Тара Митчелл. Она работает в структурах. Сейчас к нам приехали два представителя Британского совета. Это представители Оксфордского университета. Познакомить ученых с опытом европейских ученых по транспорту технологий.